Этого события ждали уже четверть века. Бронзовое изваяние пока еще скрывается под тканью. Неравнодушные граждане стали собираться в сквере за полчаса до начала церемонии. Мемориальная плита-то сколько лет лежала? Мы давно ждали, когда наконец-то вспомнят о нем и поставят достойный ему памятник. Мы очень долго ждали это. Я заместитель председателя Совета ветеранов. Мы много лет писали о том, чтобы установили Жукову памятник, что он это заслужил. Прежде на месте нового архитектурного творения стоял малоприметный камень с печальным обещанием «здесь будет установлен». Его возложили на это место еще в 1999 году. За памятник проходил сбор подписей среди барнаульцев, и строительная компания поддержала инициативу. Установка началась 30 мая. Открытие памятника Георгию Жукову – действительно долгожданное событие. Вот он, бронзовый лик маршала. Как рассказали в компании «Мой дом», именно эта компания его установила за собственные средства. Такой памятник уже существует в других регионах России. Специально для нашего города его отливали в Краснодарском крае. Если мы не будем участвовать вот в сохранении исторической памяти, то рано или поздно как бы историю начнут переписывать. А для нас важна сегодня консолидация общества в отношении честности и правды, победы, Великой Отечественной в частности. Отрадно и радостно, что в индустриальном районе появилось еще одно памятное место, еще один памятник, благодаря которому мы сможем развивать и прививать патриотизм подрастающему поколению. Важная часть торжественного открытия – возложение цветов. Жители отдали дань памяти великому человеку. Я надеюсь, что когда маленький мальчик пойдет с родителями мимо памятника, и он спросит, кто этот дядя, и родители расскажут всю честную правду о войне, о подвигах наших дедов, прадедов и отцов. Помимо установки памятника, здесь также переложили часть асфальта вокруг него. Компания, которая занималась установкой, позаботилась о благоустройстве территории после строительных работ. Предпочтения жителей, по мнению застройщика, должны быть приоритетом в вопросах благоустройства родного города. Так будут работать и в будущем. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.